перемены, конечно, нужны. Я думаю, что все больше людей относится к ним спокойно и уважительно. То, что человек ограничен в своих каких-то там действиях, не дает права называть его инвалидом. Помните, был скандал с песней «Инвалиды» одной очень популярной группы у нашей. Это такие же люди, как и мы. И я ими восхищаюсь. Я очень дружу с Дианочкой Гурцкая, замечательной нашей певицей. Это фантастически открытый, честный, дружелюбный человек. Она вот как некий какой-то сейчас вот такой маяк для всех тех, у кого в жизни ну, немножко не повезло. Что можно добиться успеха, если ты немножко не такой, как другие. Конечно, они должны иметь возможность ходить на работу. Они должны спокойно иметь возможность передвигаться. Должны быть лифты, должны быть вот эти транспортеры, подъемники, такси специальные и так далее, и так далее. Общественный транспорт, включая метро, должен быть приспособлен для того, чтобы они могли ездить. Понятно, что это стоит огромных денег, и вот по мановению, там, щелчком одним это не сделаешь. На это уйдет время. Но этим нужно заниматься постоянно. Должны отчитываться и правительство, и президент, и мэры городов, и губернаторы о том, что они делают в этой области. Это наша обязанность.